старый и новый комплект. То есть старый, снятый с Хонды. Это шайба графитовая. Видите, во что она превратилась? Только вот мне интересно, куда делась вот эта вот металлическая часть. Неужели все в катализаторе? Или катализатор подзабился обломками вот этой вот графитовой шайбы? Не знаю. Надо эндоскопом посмотреть. Короче, вот новый комплект привезли мне. Ну, пружинки чуть-чуть повыше. В принципе, они и старые неплохие. Может быть, просто даже, видите, старые чуть потолще, новые чуть потоньше. То есть, может быть, и старые неплохие, кстати. Может быть, и нет смысла менять. В общем, смотрите, что вот 12 лет машина проходила. Ничего туда не лазил никуда. Пришло время. Вот во что превратились старые шпильки. То есть вот он круг ровный, куда упирается пружина. Здесь уже, ну здесь еще более-менее, но он маленький стал. А вот здесь вот вообще эллипс, насколько я вижу. Вот он. То есть комплект, приемная часть, глушитель в коллектор. Подвижная даже часть, можно сказать. То есть через пружины и вот это кольцо. В общем, 12 лет прослужило. Ничего, нормально. Сейчас поменяем, посмотрим, что будет.